На сегодня по России выявили более 25 тысяч заболевших, из них 376 случаев в Пермском крае. В августе зафиксировали активность сразу двух видов коронавируса, среди которых гибридный штамм дельтакрон и подвид омикрон штамма кентавр. Дельтакрон проходит в легкой форме и не требует госпитализации, а вот кентавр более заразный и похож на ротавирус. С 1 сентября Роспотребнадзор рекомендовал вновь ввести масочный режим в регионах. Эпидемиологи ждут пика заболевания уже в сентябре и призывают не пренебрегать своим здоровьем.